Всем доброго времени! Вы на канале «Прошу к столу». Готовим сегодня вместе вкусный ужин. Куриное филе нарезаю небольшими кусочками, примерно 2-3 сантиметра. К яйцам добавляю сметану. Точные пропорции, как всегда, внизу под видео. Теперь добавляю соль. И перечную смесь. Можно, в принципе, добавить просто черный перец. И все взбиваю вилкой. Яичную смесь добавляем в куриное филе. Сыр натираем на крупной терке. Половину натертого сыра добавляем к мясу. И все хорошо перемешиваем. Перекладываем мясо в форму для запекания. Лук порезала полукольцами и выкладываю сверху на мясо. Теперь выкладываю кольца помидор и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку запекаться примерно на 30-35 минут. В духовке у меня курица запекалась ровно 35 минут. Теперь я посыпаю еще ровным слоем сыра. И поставлю обратно в духовку, чтобы сыр немножко растаял и подрумянился, буквально минут на 5. Давайте скорее попробуем. Вкусно! Мясо получилось сочное и нежное. Подходит абсолютно любой гарнир. И готовится очень просто и быстро. Ребята, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не с нами. Давайте готовить вместе. Вкусно, просто и быстро. Прошу к столу и приятного вам аппетита!